рассказывают, и есть фанаты. Событие такое вожди еще в истории. Не только наша страна, а всего мира. Но теперь больше уклон дается в историю флота, в историю кораблестроения. Потому что крейсер «Аврора» в чем его уникальность, это один из немногих кораблей эпохи броненосного флота, который сохранился в мире. Кстати, крейсер является членом ассоциации кораблей-музеев. Есть такая международная ассоциация. И, конечно, история «Куита», как служили, в каких условиях служили на реке, на корабле, как жили там, в начале 20-х. История, ну, конечно же, и такая связана с боевыми действиями крейсера, потому что 4 войны тоже очень достаточно серьезно. Вот. Так что сегодня крейсер пользуется большой популярностью, всегда практически в очередь стоит, чтобы желающих попасть на корабль. Так что крейсер «Аврора» один из самых таких интересных туристических объектов в нашем городе. Ну вот видите, очень стоит, да? Смотрел, пожалуйста, по набережной, народ, чтобы попасть на корабль. Нахимовское училище. Здание, которое мы с вами видим, было построено как училищный дом Петра Великого в начале 20-го столетия. И здесь, тогда, до революции, располагались различные учебные заведения, но по типу современных ПТУ. Ну, то есть здесь могли молодые люди получить какие-то освоить профессии, получить профессиональные знания. Да, еще несколько слов об «Авроре». Вот видите, моряк стоит в оранжевом жилете. На корабле сегодня есть экипаж. Матросы-срочники, здесь порядка 20 человек, несут службу. Есть несколько мичманов, офицеров, тоже несут службу, все как положено, по уставу корабельному, подъем, пульс, дюйсы, флага, все. Так что вахта несется, все, служба идет. Ну и возвращаясь к Нахимовскому училищу. Так вот, в начале 20-го столетия училищный дом, а затем здесь был техникум, а вот с 44-го года Нахимовское училище. Нахимовское училище, так же как и Суворовские училища, сдавались по решению советского правительства. И в основном сюда принимали мальчиков, чьи родители погибли в ходе Великой Отечественной войны. Опять же, это все, знаете, инициатива шла от военных моряков. Возродить вот эти юнкерские училища, кадетские корпуса, это было тогда, это было необходимо. Но вот не стали называть кадетский корпус, а назвали память о адмирале Павле Степановиче Нахимове. Нахимовское училище. И вот уже много лет здесь готовят будущих офицеров флота. Ну, сейчас немножечко такая тенденция, традиция изменилась. В наши дни, если раньше выпускники практически 100% шли в высшие военно-морские учебные заведения, ну или там на худой конец какое-то сухопутное военное учебное заведение, то сейчас такой обязательности нету. По желанию. Если есть желание, пожалуйста, Нахимовцы всегда их принимают с удовольствием в морские учебные заведения, но и имеют право поступать в гражданское высшее учебное заведение. Так что такой обязательности нет. Но быть Нахимовцем и престижно, и ответственно, и, в общем-то, звание Нахимовца очень почетно. Везде те, кто учился здесь, офицеры, адмиралы, они с гордостью, наравне там с различными наградами, носят на своем мундире значок окончания Нахимовского училища.